городской телеканал ЮТВ продолжает рубрику «Свой корреспондент». По словам очевидца, упавший кирпич оборвал электропровода. Специалист, который прибыл на место, пытался восстановить работу системы. Последствия этого мы видим на экране. Если вы тоже стали свидетелем какого-либо происшествия и засняли это на камеру своего мобильного телефона или видеорегистратор, то присылайте свое видео к нам в редакцию по адресам, указанным на экране.